Каждый день горожане присылают нам фото и видеоматериалы. Все они попадают в рубрику «Народные новости», а зрители голосуют за самые интересные. В понедельник мы определим победителей января. А пока, что запомнилось на этой неделе? Масштабные, яркие и интересные события. Телезрители делятся увиденным с июнем. На этой неделе междуреченские предприниматели готовились к межрегиональной спартакиаде. Только трус не играет в хоккей. Туристы узнали дату проведения фестиваля «Грелка-фест». Соберутся в Шерегеше в апреле. По-прежнему волнует дорожная тема. На этом видео не убранный снег на проезжей части. Дальше-то забыли прочистить. Кадрами на тему экологии и природы делились междуреченцы на текущей неделе. Вот в одном из дворов сова. Сова сидит на березе, смотрит вниз. А такое фото сделано в Майзасе. Не смогли пройти мимо и этой лесной арки. Мопс вызвал беспокойство горожан. Собаку привели прямо в студию телеканала «Июнь» с просьбой спасти от холода. Уже через несколько часов пса приютили неравнодушные. Делитесь своими кадрами, фотографируйте, снимайте видео, присылайте в рубрику «Народные новости». Будьте в нашей команде.